центре Хабаровска произошла авария, в которой пострадали два человека. Две автолюбительницы не смогли разъехаться на пересечении Амурского бульвара и улицы Волочаевской. Медицинская помощь потребовалась 46-летней женщине, которая управляла Toyota Sienta, и ее дочери. До того, как отправиться в больницу, хабаровчанка успела дать объяснение полицейским, из которого выходило, что спровоцировала аварию именно она. Женщина двигалась по бульвару со стороны железнодорожного вокзала в прямом направлении. Toyota Corolla приближалась к перекрестку по главной дороге, улице Волочаевской. 39-летняя автолюбительница, управлявшая седаном, говорит, что шансов избежать аварии у нее не было. И уже вот на этом знаке увидела, вылетела машина. Я по тормозам, а уже куда? Уже тут время нет остановиться. Владелица серебристой иномарки уверена, что авария произошла из-за того, что водитель Toyota Sienta не соблюдала скоростной режим. По мнению женщины, перед столь коварным перекрестком оппонент даже не притормозила. Но она ехала немедленно, не вот так вот, не вот так точно. То есть, если едут, крадется машина, да, то есть она проскакивала именно машина. Не притормаживала? Нет, не притормаживала. Хотя... Водитель Сиенты подобные обвинения решительно отвергла. Говорит, по скользкой дороге ехала с вполне допустимой скоростью. Тем не менее, перед перекрестком установлен знак, который требует от водителей, следующих по бульвару, не просто сбавить ход, а полностью остановиться, даже если главная дорога свободна. Если сотрудники отдела дознания признают виновной в этой аварии владелицу Сиенты, расходы на восстановление Toyota Corolla ей придется оплатить из собственного кармана. Срок действия ее полиса ОСАГО истек 5 дней назад. В южном микрорайоне невнимательность одного из автолюбителей привела к ДТП. Инцидент произошел на пересечении улиц Суворова и Ворошилова. Участниками описываемых событий стали водители двух «Тойот» – «Кресты» и «Висты». 24-летний хабаровчанин на «Тойоте Кресте» двигался по улице Суворова в сторону проспекта. Иномарку, которая приближалась к перекрестку по Ворошилова со стороны индустриального поселка, водитель «Тойоты Кресты» прекрасно видел, но был уверен, что оппонент остановится, ведь ему горел красный. Я ехал, думал, он останавливается. Ну, думал, остановится, вроде место было, а он дальше поехал. И я вот в него въехал, так получилось. Ну, в смысле, я не смог избежать ДТП, пытался затормозить, но уже было поздно. На сторону водителя Toyota Cresta встали и другие автолюбители. Некоторые из них оставили свой номер телефона, выказав тем самым готовность позже дать официальные показания. Предполагаемый виновник столкновения не мог внятно сказать, почему он проехал на красный сигнал светофора. Да я с ним толком не разговаривал, нет его. Милиция приехала, проверила на алкоголизм, я не знаю, она мне даже не сказала ответ, пьян он или нет. Он просто неразговорчивый. Результат экспресс-теста – водитель трезв. Все оказалось гораздо прозаичнее. Молодой человек, управлявший «Вистой», чуть позже признался, что просто перепутал цвета светофора. Был уверен, что едет на зеленый.